Ну что, друзья, всем привет, с вами как всегда Ромзи, и добро пожаловать в Brawl Stars, и наконец-то сегодня в игре появился новый скин на легендарного бравлера. Это Лампа Сэнди, и да, друзья, скины на легендарных бравлеров выходят крайне редко, поэтому я в этом видео разыграю 10 штук, да, друзья, 10 скинов Лампа Сэнди, а точнее 10 наборов по 170 гемов, а еще точнее 10 раз по 900 рублей на ваш кошелек. И чтобы принять участие, друзья, максимально просто: поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик и самое главное, зайдите в магазин и введите код автора Робзи. Это самое главное условие. Ну и конечно, не забудьте оставить комментарий со своей социальной сети. Друзья, это пушечка! Я прямо сейчас залетаю. И вот он, Лампа Сэнди. Какой же он офигенный. 149 гемасиков улетает, и скинчик уже у меня. Естественно, я его сейчас одену. Я его протестирую, мы с вами за него сыграем. Так, Лампа Сэнди. Вот, вот он, красавчик. Блин, какой же он крутой, какой же офигенный. И у нас новая музыка, и у нас новый фон, и все это посвящено новенькому скину. Я просто в шоке, друзья, я просто в шоке. А вот это набор значков за 39 гемов. Я даже не знал, что такое появится в обновлении, честно, в сникпиках такого не было. Что это? Эпический значок, я хочу купить. Я хочу купить, и это эпический значок на Нани. Пушечка просто, ребята. То есть вы 100% за 39 гемастиков покупаете себе значок. Ну, такое себе вложение, но я обязан его покупать, ребят. Обязан покупать, блин, золотой Эль Прима, ладненько. Заходим сюда, новое событие. О, ребят, бой с боссом. А знаете, что я не проходил? Я не проходил бой с боссом на новеньком бравлере СТУ. Ну и, конечно, на других тоже, ребят. Силовая лига через 2 дня. Напоминаю, что, друзья, не забывайте, через 2 дня новый Бравл Пасс, и я буду тоже его разыгрывать. Но для того, чтобы вы приняли участие, не забудьте ввести код автора Робзи. Это у всех должно быть. Ну что, у нас поменялась карта. Во, ребят, это карта для Сэнди. Все-все-все. Эта карта не для дальников. Эта карта 100% для Сэнди. Нужно идти врываться. Нужно попытаться вынести. Нужно не сдохнуть. Так, где мы появляемся? У нас здесь Бо. Против нас Шелли и против нас Биби. Сразу пошел врыв. Сразу пошел разрыв. Так, хорошо. Попадание есть. Хорошо. Есть попадание. Смотри, лампас. Оп, еще. Круто. Так, так, так. Так, так, пацаны. Ну что, ну что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что происходит. Мы сделали... Просто сделали чистые минус 3. Просто изи. Это слишком легко. Бросаем ульту. Бросаем ульту и уходим вот сюда. Ага, 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 ага. Смотри, смотри, смотри. А кто это у нас такой получил по щам? Так, а наши выиграли? А, минус Шелли, отлично. Там где-то Биби. Давай, аккуратненько. Так, минус 2. Смотри, там пошел врыв Шелли, давай. Капец, ребят. Это легчайше. Реально, эта карта офигенно подходит для Сэнди. То есть, как раз-таки, с новым скином можно здесь разваливать кабины направо и налево. Здесь подходит Бо. По-любому, здесь много кустов, особенно с пассивкой на просветку. Да здесь подходят милишники. Наконец-то карта для милишников. Ну и, конечно, для Динамайка тоже здесь неплохо, потому что он офигеть какой вредный. Сейчас будет прыгать, сейчас будет скакать. Так, смотри, выходим и вот так вот. Раз, два, пшик, минус. Ай! Ай-яй-яй. Нет, 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 я живу. Живу. Я... Ху-ху-ху, вот это я отхилился. Вот это... Вот так, подождите, подождите. Пожалуйста. Нет, нет, это было больно. Это было больно. Динамайк меня уже задолбал, серьезно. Но, дружище, тебе недолго придется бегать там. Давай, давай, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Да-да-да-да. О, снес перегородку. Эмс идет. Эмс просто... Давай, давай, давай. Привет, до свидания. Не-не-не-не, не отпустим, ребят. Динамайк хорошо нас байтил, но... Но, как говорится, байтил, но не добайтил. Мы сразу идем сюда встречать Динамайка. Интересно, что он будет делать. Да, я так и знал, что он будет делать. Он будет пытаться меня держать на дистанции. Да, конечно. А я уже близко, а я уже близко. А что такое испуг? Страшно тебе, дружище? Страшно тебе, друголетчик? Ну-ка, а я иду сюда. А я иду... Ага, ага. Ну что такое? Что так? Ага, ага. А что, а что, мы не выиграли еще? Ой-ой-ой, это больно. Это больно. Это было больно. Меня 2 раза... Хорошо, минус 1 сделали. Шелли врывается. Смотри, 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 смотри. Хоп, 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 хоп. Бросаю пацана под хилочку. Под хилочку Динамайка снесли. Но это изи.
Пизикатка. Зажимаем, пацана. Вот это. Ну просто два раза просто по троих вынесли. Я, конечно, здесь не звездный игрок. Реально, здесь было бы круто, на самом деле, играть за какого-то Динамайка, Метателя, Спраута, я не знаю. Но только не Дальников. Только не Бия, только не Пайпер. Здесь уже не подходит. Кстати, Тик здесь тоже неплохо заходит. Это Метатель. Меня вот эти кусты немножко... А, эти кусты убираются? Прикиньте, я думал, что это у нас настоящие кактусы, и их никак не убрать. Так, смотри, меня уже вычислили, да? Да, уже у нас минус один. А, у нас уже минус один. А, это не у нас минус один. Это... Нормально, это мы минусанули. Так, а что мы делаем? Так, врывается, хорошо, хорошо, хорошо. Не-не-не, друголетчик. Не-не-не, таких мы не отпускаем. А что, меня убили? А, он поставил бомбу, как же не вовремя. Ладно, мы сделали минус 2. Остается только спайк. Главное, чтобы Эдгар прыгнул на него. А, там и ПМ-ка, в принципе, может разобраться. Да, Эдгар, что? Он вынес ПМ? Да какого фига? Мы сейчас по урону проиграем, дурень. Мы по урону проиграем в два раза. Там ПМ, там по ПМ-ку просто. Ты не мог раньше нажать гард? Но смотри, он умрет. Он умрет, он умрет. Да, нифига себе, он выиграл. Каким образом? Я, если честно, не понимаю. Так, я сразу пошел вот сюда. Я сразу пошел вот сюда. Не знаю, зачем я пошел сюда. Но я пошел. Вот, 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 вот. Так, 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 так. Это кто? Это раз, два, три. Я тебя здесь подсидел, друголетчик. Минус спайк, минус самый опасный спайк. Бросаю пацанам сюда помощь. Врываемся. А где Тик? Остался Тик еще, да? Ага, 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 где ты? Где ты? Где ты, дружочек? А мы тебя сейчас зажмем. А ты где? Ну он пошел. А, ты здесь? Нифига себе. Нифига себе, ты друголетчик. Давай, дружище, обходи его. Ой-о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 й
Это было близко. Ну, блин, как же мне нравится этот скинчик. Вы посмотрите, он офигенный. Его ульта просто красотища, ребята. Что в магазине есть? Набор... А, давайте еще один. А вдруг еще один эпический значок? И... Нет, это значок на Эль Прима. Ребят, через 5 дней, через 5 дней будет шериф Гавс. И знаете, что будет? Конечно, будет еще один конкурс на него. На каждый скин, который будет выходить, на каждого бравлера, на каждую акцию, на каждый бравл пас, я буду делать конкурсы, ребят. Но с вас лайки, подписки, колокольчики, конечно же, как я и говорил, ребят, это код автора Робзи. Не забывайте его вводить. А я влетаю в следующую каточку. Найдено игроков 6 из 6. Поехали. Я просто обожаю этот режим нокаут. Мне кажется, сейчас все играют в режим нокаут. Все до единого. Там проблема там, что Тара у нас. И она сейчас прожмет гаджет. Так, хорошо. Так, 2, 3. Хорошо, минус Тара. Надо подхилиться, иначе меня могут зажать. Все, я на фулочке. На фулочке мы сделали... А, мы сделали... Минус 2 остается Шелли. Ребят, я бы не советовал подходить к Шелли в упор. Потому что, возможно, будут проблемы у вас. Потому что может... Она может минус 3 сделать. Просто минус 3. Так, а нашли Шелли. Нашли Шелли. Смотри. Минус 1. Смотри, что происходит. Просто жесть. Давайте зажмем. Она сейчас на телепорте уйдет. Но мы можем, в принципе, посидеть здесь. Никуда не вылазить. Нет, не ходи. Не ходи, дружище. Не ходи. Шелли, шутки плохи. Ага. Да. Не, я специально, видел? Я выманил ее. Просто тихонечко, аккуратненько. Просто взял и выманил гадину. Так, давайте мы сделаем вот такую штуку. Бросим вот сюда. Раз, два, три. Блин, проблема. Ульта Тары. Как же не во... Вот, дружище, добей. Она здесь. Она возле тебя. Она вот... Возле тебя за стенкой стояла. Байрон, конечно, сейчас отлетит. Байрон сейчас отлетит просто на изи. Блин, у него мало хп. А, он только убили спайка. Ну, разве что он сейчас 3 атаки попадет по Шелли, отхилится и просто ее добьет. Это очень, я сомневаюсь, нет. Байрон, конечно, у нас самое слабое звено. Конечно, тоже такое себе звено, если честно. Так, можно, в принципе, вот так вот сделать. А, можно вот так. Вот, минус 3 тени. Так, хорошо, мы сделали... А что? Они вдвоем пошли, что ли? Я просто всеми атаками по ним попал. Блин, это круто. Я ни одной катки сегодня на Сэнди не проиграл. Заметили? Просто кубасики апаются на изи. А знаете почему? Потому что скин офигенный. Скорее всего, я сейчас сглажу, сейчас проиграю. Но, ребят, такое бывает. Сразу уходим наверх. Вниз никто не пошел. Смотри, что они делают. Смотри. Чекаю, да? Оп. Оп, а там кто идет у нас? А там идет у нас, пацаны идут. Тихо. Ай, это больно. Динамайк. Нет, я похилюсь. Пацаны, можно я похилюсь? Можно я похилюсь, пожалуйста? Тут где-то
Тут где-то Нита. Ага. Так, уходим, уходим. Уходим вдаль, уходим вдаль, уходим вдаль. Раз. Так, раз, два. Хорошо. Минус Динамайк. Минус Динамайк. Мы остались один на один. Один на один с Нитой. И где она? Где? Кто больше урона? А-а-а, мы меньше урона нанесли, да? Ну, блин, проблема, проблема, проблема. Нита меня убьет. Да блин! Нита, вот реально, вроде бы обычный герой, а, блин, гадина очень сильная. Так, сразу Нита бросает медведя. Смотри, 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 смотри. Да, медведь пошел не за мной. На. Вот видите, вроде бы как. Как она достает? Как она достает? А, медведь отхилился. Ее медведь нахилил. Что? Я думал, у нее хп осталось на два удара. Камон. Вот я сказал. Я ни разу не проиграл и только что пошел слился. Да, просто Нити слился. Серьезно, она меня перебивает. Ну, ребят, Сэнди проигрывает. У него слишком быстрая перезарядка. Слишком быстрая атака, блин. И бьет она так же, примерно, как и я. Только по меньшему радиусу. Но по мне попасть ей достаточно. Смотрите, в каждой катке против нас Динамайк. Как же они меня бесят. Как же эти Динамайки меня достали. Так, смотри, пытается прочекать. Да каким образом ты меня нашел, ты? Бросалка ты чемоданная, так. Вот смотри, просто нафигачил. А, уже минус один, а это минус я? Нет, 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 это не минус я. Хорошо, хорошо. Хорошо, Роза врывается, так, давай, 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 давай. Помогаю, помогаю, помогаю. Помогаю, 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 помогаю. Пацанам, пацанам, помогаю пацанам. Хорошо. Минус 3 Эдгар сделал. Эдгар, если ты смотришь видео, красавчик. Просто мега бомбический типулька. Ага, 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 там подожди. Там пацанчики врываются, да? Пацанчики, пацанчики. Там Эдгар на Эдгар, просто месиво идет. Так, раз, два. Ага, не получилось. Не фартануло, успех ушел, как говорится. Блин, Динамайка. Динамайка почти убил. Так, хорошо, хорошо. Оп, 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 оп. Оп, минус. Здравствуйте, как говорится. Мы рады вас видеть. Я уже на фулочке, я уже на фулочке. Там где-то Роза против Эдгара, в принципе, это выгодный вариант. Да, пытается, пытается Эдгар. Но нет, против Розы, как говорится, не вопрешь. Все, я отбил свои кубасики потерянные. Я сегодня даже смог уапнуть себе Сэнди на 600 кубков, если Бравл Старс не залагает. Ребят, в общем, смотрите, такая штука. И я видосик заканчиваю, а вы принимаете участие в конкурсе. Если хотите получить себе Сэнди вот этот скинчик, а точнее деньги, потому что я не могу разыгрывать напрямую скину, я не могу надать эти на ваши аккаунты, я только могу скинуть на ваш кошелек, поэтому подписывайтесь, код автора Робзи, лайки и, конечно, комментарии в социальной сети. Все, всем удачи, покедова!